тренером невероятно ответственно и тяжело. На самом деле, выйти на площадку, стать на одной сцене с теми, кого ты судил, кого ты чему-то учил, имея 15-летний стаж своего опыта на сцене, это непросто. Но раз Сережа все-таки решился на такой шаг, у него, по всей видимости, есть какая-то очень огромная мотивация. Все не просто так случается. Вот вы спросили, сколько у меня альбомов? 10. Так вот, из всех песен, эта песня, она единственная, которая может себе позволить участвовать в Евровидении. Эта мужская песня посвящена трем самым главным женщинам. Это дочь, супруга и мама. Когда я показал песню доченьке, здесь послушай, пожалуйста, вот смотри, как, если вот так. Как, нормально? Класс. Здесь не будет грима, не будет массы. У меня есть песня, которую я хочу, чтобы услышали все. Для меня очень важно представлять свою страну на Евровидении. Петь на родном языке, не переводя на английский, чтобы англоязычные слушатели услышали нашу душу. Твои очи.